Вдруг окутает
Шагаем в 21 век. Нам в 21 веке жить. Давайте будем дорожить. Нам все, что в жизни свято. Мы все такие разные, как радуги цвета. Мы все такие разные, но цель у нас одна. Приветствуем вас в день светлый и чистый. Мирного неба вам, солнца лучистого. Жизнь! Это я, это мы с тобой. Жизнь! И гордиться своей судьбой. Людям и счастье, и радость дарить. Жить надо так, чтобы ярко светить. Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто тогда рассеет тьму? Живите и дарите радость людям. Не завтра, не сегодня, а сейчас. И не теряйся ни одной минуты, ведь молодость дается только раз. Наша страна, город, где мы живем, частичка России. У нее великая история, греческое прошлое. Я живу в России, говорим мы гордо и с любовью. С любовью к родному краю, где мы родились и выросли. С любовью к своей родине, к своему отечеству. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в этом зале. Фестиваль проводится при поддержке Департамента по образованию администрации Волгограда. Территориального управления Департамента по образованию администрации Волгограда Краснооктябрьского района. Воскресной школы вдохновения храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. Муниципального образовательного учреждения центра «Истоки». В пятом открытом фестивале православные святыни Волгограда и Волгоградской области принимают участие. Обучающиеся общеобразовательных учреждений. Учреждений дополнительного образования. Негосударственных образовательных учреждений. Воскресных школ храма Волгограда и Волгоградской области. Индивидуально или в составе творческой группы. Программа фестиваля продолжается в течение 2 месяцев. В его программе изучение истории храмов, монастырей, святынь православия, знакомство с жизнью святых угодников. На фестиваль было представлено более 200 работ из 55 образовательных учреждений и воскресных школ. Время летит быстро. Лучшие работы на православную тематику были представлены на пятый фестиваль «Конкурс православной святыни Волгограда и Волгоградской области». Сегодня в зале присутствуют представители управления образования администрации Волгограда, настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Ирей Олег Иващенко, представители Русской Православной Церкви. Слово предоставляется главному специалисту Краснооктябрьского территориального управления Департамента по образованию администрации Волгограда Рогачевой Анне Сергеевне. Дорогие друзья, я приветствую вас от лица территориального управления нашего замечательного Краснооктябрьского района. Я бы хотела немножечко внести поправочку и сказать, что по праву уже можно назвать соорганизаторами гимназии номер 12, замечательную, добродушную, которая всегда открывает нам двери для проведения различных мероприятий районного, городского уровня, уже областного, открытого. Дорогие друзья,
Я рада, что вы сегодня все приехали сюда, из дальних районов, из ближних. Желаю вам достойно выступить на своих презентациях. Желаю вам получить массу радости, счастья от нашей сегодняшней встречи. Ну и, естественно, всем победы. Удачи вам всем. Спасибо. Слово предоставляется настоятелю храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского Ирию Олегу Иващенко. Добрый день, уважаемая Наталья Владимировна, директор этой гимназии гостеприимной, уважаемые отцы, труженики, священники, уважаемые педагоги и все, кто действительно география этого нашего фестиваля, открытого фестиваля-конкурса, очень большая. Мы знаем, что и из Урюпинска приехали, и из Заплавного. То есть достаточно обширная география, и достаточно непросто было к этому времени добраться. Но вы все здесь, вы все нашли возможность не только принять участие в фестивале-конкурсе, но и быть на этой финальной части. Я всех вас приветствую, я всех вас благодарю. Не от себя лично, а от всех, кто занимается вот таким вот образовательным трудом. Всех вас благодарю, всех коллег, сотрудников, соработников разных направлений. Потому что дело одно, дело общее, дело очень важное. Повторюсь, а за это вы меня, может быть, не осудите, вспомню слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, который в своем интервью ответил, сказал, говорит, вот в русском словаре 287 слов, которые начинаются и имеют в себе корень блага. Говорит, а посмотрите, сколько употребляется их в нынешней речи. Вы увидите, что их очень мало. А посмотрите, говорит, на другие светлые, святые, добрые слова, вот, которые были, остались в словарях, но в речи уже не употребляются. Почему? Говорит, исчезают, отвечают на этот же сам вопрос, исчезает явление, исчезает и его название. Мы, конечно, живем непростое время, а время всегда было непростое, но мы должны понимать, что в какой-то степени будущее еще и в наших с вами руках. Конечно, все зависит от Бога, как в той песне говорится, немножко от нас. Вот, поэтому очень важно, чтобы этот фестиваль у нас с вами не исчез, чтобы не исчезли понятия о святости, о светлом из нашей жизни, из нашей речи. И вот, наверное, один из смыслов, одна из целей этого фестиваля, чтобы мы об этом знали, помнили. И как вот посчастливилось быть на одном конкурсе, где награждали детей нашей воскресной школы в Санкт-Петербурге, руководитель комиссии, жюри, когда говорила приветственное, поздравительное слово, сказала, очень важно, что еще нам с вами важно, чтобы мы не привыкали к шаблонам, чтобы мы не стремились быть победителями, просто победителями, а чтобы мы через соприкосновение освещались, чтобы мы освещались понятиями, смыслами, и, как говорится, освещались не только экранами смартфонов, вот, и не столько экранами смартфонов, сколько нашей жизнью, чтобы все, что мы делаем, не превратилось в шаблоны, в такую, знаете, обычную повседневность, чтобы это всегда было особенно светло, особенно свято. Удачи вам, всем нам в работах, в секциях наших. Конечно, хочу попросить, чтобы все-таки регламента мы придерживались с вами, потому что кому-то еще в обратный путь далеко, долго ехать. Спасибо всем вам. С праздником.
здесь всегда жили люди мечтою о потерянном Божьем рае. И искали к нему тропинку, и в селении самым убогом, затепляя свечу или лучину, преклоняли колени перед Богом. И в иконные прятались лики, и творили святую молитву перед каждой бедой и битвой, и в любом испытании великом. Свет да будет, Божья сила, изрекла, и мрак исчез, и на всех зажглись светила беспредельности небес. Но еще и свет верховный, свет не солнца и планет, но чистейший свет духовный, свет науки, Божий свет. Будь же грамотность, родная, делом веры и любви, воспитаем величая. Русь моя, благослови! Для всех вас, наши дорогие гости, поет победитель всероссийских международных конкурсов, постоянный участник фестиваля «Православные святыни Волгограда и Волгоградской области» ансамбль «Созвучие». Древним стала я, тихо вторит эхо, спит еще земля и дымки речи полоса. Большая просьба всех руководителей секций, своих воспитанников привести и пригласить еще раз сюда, в зал, потому что здесь мы подведем итоги работы нашего 5-го юбилейного фестиваля и по традиции сделаем общую фотографию всех-всех участников. Итак, в зале мы встретимся с вами в 13:30. Тогда уже ребята выйдут и займут места, соответственно, там, где детские работы, 8-11 классы. В этом году оценивали Ирея Лекивашенко, настоятель прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, батюшка, если можно, Ситникова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы школы номер 5 Красноярского района, Дерсенева Татьяна Валентиновна, директор муниципального учреждения дополнительного образования, центр Кистоги. Уважаемые члены жюри, просим вас, батюшка, Татьяна Валентиновна, Татьяна Владимировна, и, пожалуйста, уважаемые участники секции и волонтеры во главе, который вас проведет в вашу аудиторию. Удачной вам работы, а мы называем следующую секцию. Итак, внимание! Выходим. Так. И мы называем следующую секцию. Внимание, уважаемые ребята, секция.
лице. Сергей Михайлович стоит вместе с ним. Коваленко Елена Владимировна, педагог дополнительного образования Центра «Истоки». И Костина Анна Алексеевна, учитель истории и обществознания школы номер 93 Советского района. Итак, уважаемые учащиеся 2-7 классов, секции «Социальные проекты», «Учебно-исследовательские работы», вы вместе с волонтерами движетесь к месту проведения непосредственно вашей. Итак, следующая секция, которую очень приятно назвать, это секция «Литературное творчество. 2-6 классы». Жукова Галина Юрьевна, председатель Волгоградской областной общественной организации «Союз православных женщин». Галина Георгиевна. Игра командная. Команда из 4-8 человек последовательно проходит все этапы, выполняя игровые задания. Итоги реализации проекта. Цель проекта – учебный год. Работая над проектом, мы реализовали поставленные нами задачи. Узнали об истории и вкладе жизни монастыря. Разработали сценарий кровеческой игры. Разработанную нами игру можно использовать при изучении православной культуры в загородных и пришкольных лагерях или в каникулярные и выходные дни в течение очень монастырской жизни. Теперь можете задать вопросы. Давайте, если кто-то. Понравилась игра? Хотели бы поиграть, да? Ну, только надо добавлять Спаса Преображенского монастыря, да? То есть там же была еще церковь в честь Спаса, да? Спаса Преображенского. Ребята, а у меня такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот идея игры уже на ком-то опробована? То есть кто-то уже играл или пока это вот разработка? Нет, мы еще не успели провести игру. Игра будет проведена на новогодних каникулах. Мы пригласим некоторых учеников из нашего класса, кто захочет поучаствовать, и кого-то, кто изучает также православную культуру в дополнительных секциях, кружках. Если хотите, мы можем пригласить вас, оставьте нам свой номер. Знаете, мы оставим вам обязательно номер, потому что, да, спасибо. Я думаю, что было бы интересно. Ребят, вопросы есть? Спасибо большое, очень хорошо. Вот можно ознакомиться с Дарьей, если хотите. Хорошо, да. Да, воскресная школа попала Урюпинская Покровского собора города Урюпинска, Волгоградской области, Бестрицкий Никита и Данилин Александр. Да, тема работы «Возродим храм вместе». Молодого поколения, а это в дальнейшем может служить делу возрождения разрушенного Вознесенского собора. Цель работы – собрать необходимые сведения о разрушенном Вознесенском соборе. Задача – собранный материал использовать для проведения бесед в школах. Нет, опросы школьников на знание темы. Собрать весь имеющийся материал, используя интервью, архивные знания, интернет, книги. Постараться найти свидетелей разрушения храма. Из истории Вознесенского собора. В краеведческом музее мы узнали, что в краеведческом музее нашего города хранится бесценный документ церковной летописи Вознесенского собора, написанный священником этого храма Петром Тутовским. Там мы узнали из этой летописи, что 1825 года на месте Вознесенского собора был деревянный храм. Купленные для средства дедов и прадедов, грязных прихожан. В 1858 году на станицу Урюпинскую из Алексеевской станицы было перенесено пружное управление. И появилась необходимость увеличить размер старый храм, так как все чиновники, служащие
Селились все во приходе в Венецианской церкви, и число прихожан значительно увеличилось. Поэтому прихожанки спрашивают благословение у Венециан. Начали только перестраивать. Затем в 1880 году мечта строительства нового каменного храма. О новом каменном храме. Великолепный храм для значения Господня вырос на трудовые и доброходные пожертвования за 7 лет. Этому много способствовало. Граница Урюпинская. Как говорят старожилы, начало отниматься вырос торговым отношениям. С каждым годом все более и более. И мне все в первой половине 19-го столетия было открыто знаменитое Покровское ярмарка. А затем в 70-х годах первое крещение. Была проведена железнодорожная линия со станцией Алексика. И многие купцы начинают переселяться на постоянное место жительства. В 1880 году прихожане взяли за строительство нового храма. Был выбран подходящим посредством и вкусу план собора в городе Новохоперске в Оренской губернии. За своем прошении к высокопросвященнейшему Митрофану, архиепископу Донскому и Новочеркасскому, ходатайствами перед владыкой были посланы Москалёв, священник Стефан Федоров и подполковник Житенёв. 19 декабря 1880 года разрешение на постройку было получено вместе с книгой для сбора пожертвований. Из Новочеркасска был приглашен за приличное вознаграждение архитектор Альбадов, который составил смету на постройку нового храма 62 474 рубля 15 копеек. В 1881 году, 16 августа, был Урюпинский благочинный протоиерей Никифором Стефановым вместе с приходским духовенством должен был новый храм. Повсюду стали поступать пожертвования, и 5 октября 1887 года был освящен храм и главный престол в честь Вознесения Господа Иисуса Христа. Протоиерей Алексеем Поляковым начались богослужения. Постройка храма обошлась в 138 089 рублей 88 копеек. Основные события и жизни прихода Вознесенского собора. В 1891 году освящен предел во имя святой преподобной великомученицы Евдокии, Павел 1 марта. Рядом с иконой Евдокии поставлен икон великого князя Александра Невского, перед которым день и ночь горит небосиная лампада. Предельный алтарь по левую сторону главным устроен в честь святителя Николая Мирникийского, Чудотворца. В церкви делается прочно массивная чугунная ограда. 7 июня 1896 года был освящен белый предельный алтарь во имя святителя Николая, отцом Александра Знаменского. В июне 1898 года на пожертвование прихожан совершено закладка церковная приходская школа. В 1912 году в столе юбилей Отечественной войны 1812 год объявлен указ памяти имени Зидания Потомка. С западной стороны храма поставить память святого 5 февраля 1913 года указом 84 года здесь создается приходской попечительный совет для заботы о семьях призванных воинов. А вот еще школа закрывается и не открывается детский дом на Меня зовут Белокопытова Анастасия. А я Клинова Зоя. Мы ученицы учебно-воспитательной группы Успенско-Никольского храма столицы Арчидинской. Мы хотим представить вам презентацию, тема которой «История церкви столицы Арчидинской». Мы решили воспользоваться случаем и не только принять участие в фестивале, но и сделать доброе дело для нашего прихода. Во-первых, информация об истории нашего храма теперь будет более доступным, так как до сих пор это были просто фотографии в альбоме и статистика сам. Многие люди, и, возможно, даже посетили его. При подготовке презентации мы пользовались документальными данными, имеющимися в нашем храме, а также общались с жителями нашей столицы. О постройке нового храма, об иконах. Вы что, знали, что столица Арчидинская существовала еще с далеких времен? Раз она даже отстраивалась заново. Сначала она была деревянной. Это время прихожане молились о новом храме. С большим трудом средства привезем из далекого Екатеринбурга. Там была расстреляна семья последнего царя Николая II, впоследствии причисленного к лику святых. А ведь именно царю-мученику Николаю II молился наш батюшка о строительстве нового храма. Вот такое значимое событие в истории нашего храма. Итак, строительство храма продолжалось около 2 лет. И вот, наконец,
первое богослужение в храме. Благая радость, бесконечность, живая связь божественной любви, успенье храм. Слави. Божественной любви живительный поток, зови народ свой для спасения. Сейчас мы бы хотели подарить на память календари и, пользуясь случаем, пригласить всех. Три участники конкурса. Меня зовут Кирилл. Меня Андрей. Я Полина. Я Максим. Я Андрей. Мы учимся в 4-м классе в школе-интернат номер 3. Сегодня мы хотим вам представить нашу работу. Она называется «Первые шаги к Богу через храм праведного, праведного Иоанна Христианского». Мы счастливы тем, что наша школа находится рядом с храмом Иоанна Крестителя. Ну, Полина, мы очень любим ходить в храм на экскурсии. Посещаем кружок «Основы православной культуры». Принимаем приглашения на все концерты и праздники. В храме нас встречает батюшка, беседу с нами благословляет. Директор воскресной школы проводит нам интересные экскурсии и занятия. Мы часто выходим в храм, ставим смыслы и молим. И он на коленях в черночь просил Бога. Очень многим людям помог своей жизни и добрыми делами. Он учит нас послушанию добрыми поступками любви. Завершаем наше выступление отрывком из стихотворения племянницы всероссийского батюшки. Спешите делать всем добро, ведь наша жизнь так скоротечно. Мы все увидим в небесе. Мы все придем в небесе, а доброта прибудет вечно. Спасибо за внимание. Я была в нем еще сохранялись фрески настенные. Ну, конечно, в ужасном состоянии было. Ну, на 10% они сохранились на сегодняшний момент. Угу. Сейчас храм сушат. Ребята, у меня вот несколько вопросов. Вот действительно шестой класс, да, передо мной сейчас? Пятый и седьмой. Пятый, и тут класс. Ксюша, у нас пятого класса. Шестой, и я как-то я поняла, что мне кажется, что немножко возраст не тот. Хорошо, я поняла. И второй вопрос. Вот вы сказали, что каждое субботу и воскресенье всех желающих приглашают на восстановление храма, поучаствовать как среда. Да, вы, может быть, ваши семьи каким-то образом вот в этом процессе участвуют? Или... Да. Мы уезжали в воскресную школу, помогали также, выносили мусор, выносили кирпичи, также помогали. То есть в воскресную школу выезжали, а ваши родители, семья, как бы, ну, и родители. Некоторые взрослые тоже участвовали. Взрослые родители тоже участвовали, замечательно. И вот тогда последний вопрос, вы, ну, замечательно все анкетирование провели, мне только грустно, у вас, ну, достаточно большая... Город Урюпинск, почему только 23 человека? Так, может, в селе были. Всего было в Тибетинской станице 403 человека на данный момент. Mm-hmm. Некоторые просто нас не пустили, потому что два раза уже другие какие-то люди неизвестные ходили, собирали деньги на храм, как на восстановление, а потом просто пропадали. Некоторые люди просто нас не пускали, говорили до свидания. Кто пустил, мы зашли, спросили. Все. Там высокая проблема тоже есть. Два раза обманывали. К сожалению, в нашем обществе может быть такое. Спасибо большое, ребята. У вас очень интересная работа. Спасибо. То есть это какой-то книги? Да, это какой-то состояние храма, когда он только начинал, ну, развиваться. То есть есть книга? Да, книга и вестники. А то есть откуда была выбрана сама. То есть ты оттуда выбирал информацию. Вот очень интересной частью твоей работы является рассказ о том, как в храм приходили иконы, да, что они были подарены, и люди приносили, жители жертвовали, и достаточно интересная история. Скажи, ты не пытался узнать, когда была принесена эта икона, кем, почему она была подарена храму? Вот не пробовал в этом направлении пойти? Они давно, да, были уже подарены?
потому что очень интересно, да, то есть ты просто их описываешь, что вот есть такие-то, такие-то модели. Но откуда-то эта информация в храме сохранилась, когда ее подарили этой икону? Вот попробуй в этом направлении пойти. Это очень интересный материал для поиска. Очень интересный для всех работ. Да, конечно. Да, потому что интересный вот как раз аспект такой. Да. У тебя еще все это видео. Восьмиклассник у нас. Здравствуйте, я пришел к вам с пустыми руками. Аспирант, с иконами Матушки Арсении. Вот вы можете их увидеть в правом углу. Большая икона, точно такая же икона, стоит в Восьмиклассницком монастыре. То есть абсолютно идентичная икона. Вот на данном сайте вы можете видеть дату жизни Матушки Арсении. Почему я выбрал именно данную тему работы? Потому что Матушка Арсения на сегодняшний день является новой святой, и пока что она малоизвестна. Основная цель моего исследования – это рассказать о преподобной Арсении Пустынебедицкой и ходатайствовать о ее добавлении в списке святых в Волгоградской епархии. Как вы можете убедиться, это скриншот с данного сайта, здесь нет Матушки Арсении. Матушка Арсения писала при своей жизни записки и наставления. Впоследствии были созданы книги с ее наставлениями, и они переиздавались. Как я познакомился с Матушкой Арсенией и ее монастырем? Это было летом 2016 года. Я приехал в этот монастырь в городе Серафимович, помолился в храме и спустился в пещеру Матушки Арсении и приложился к чудотворному камню, загадал желание, и вскоре оно сбылось у меня. Здесь, на данном слайде, вы можете увидеть, как выглядит основной храм в данном монастыре. Ну, выглядел раньше, в 1950 году. А так он выглядит после восстановления. Очень интересный факт. Когда в 2016 году у губернатора Чернавской, потому что это одно из самых красивых мест в земле, и действительно сегодняшняя настоятельница этого монастыря и Игумени Георгия прилагает все силы для того, чтобы эта обитель была частью рая на земле. Ну, методика вообще необыкновенная, да? Это картон, на который наклеено специальное полотно. На нее наложена акварельная шерсть, это просто шерсть. Ну, все. И вот эти вот сирень и береза, они были вырезаны на ножницы. То есть вот вам понятно, просто шерсть, да? Да. То есть мы это делаем каждый день. Когда вы собираете это полотно, то есть как живопись, да, получается, тона накладываешь. А там ты просто порезала, да? Здесь просто выкладывается, как рисуется кистью, правильно? Да. То есть шерсть это недолго, ну давно уже. Да. То есть даже сообразно святыми. Или дома радуешься? Ну, когда мы ходили в воскресную школу, до того, как я еще ходила, не было вот шерсти, потому что было создавать подобные легенды. А в художественную школу не ходила раньше? Mm-hmm. То есть вот так, смородка. Молодец, умничка. Очень необычный, конечно, материал. Очень необычная подача. Дай Бог тебе успехов. И вообще, конечно, вот это надо представлять более широко. И не стесняться. Конкурсов у нас очень много, особенно конкурсов прикладного творчества, художественных конкурсов. Если у тебя это получается, значит, надо доводить до известной, делать многим людям, чтобы они такое могли. Ребята, вот представляете, попробовать вам дома у себя с шерсти вот такие картины делать. Молодец, умничка. Очень хорошо, очень интересно. Перевел учеников Феодора Стратилата и Феодора Тирона. А вся дальнейшая жизнь российского флотоводца прошла под благотворным духовным влиянием преподобных Феодора Саратанского, родного дяди Ушакова. Ушакова были прихожанами храма Богоявления на острове, находившемся в 300 верстах от Бурнакова, на левом берегу Волги. В этой шутке набожны считали главным условием воспитания детей развитие в них веры в Бога и строгой нравственности. В глуши деревенского поместья направили на флот Балтийского моря. Северные моря редко бывают спокойными, и для молодого офицера это была хорошая школа. Благодаря своему усердию, пытливости ума, ревностному отношению к делу и высоким душевным качествам, молодой ничемный Федор Ушаков успешно прошел эту первую школу морской практики и был переведен на юг, в Херсон, где началась славная история Черноморского возвращения братского города-героя Севастополя в состав Единой России и 70-летия освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
На территории храма находится колокольня с 5 колоколов разного размера. Она напоминает по забору, вдоль которого высажены яркие цветы и деревья. На двух фонарных столбах слева и справа торжественно развивается Андреевский флаг. Православные святыни Волгограда и Волгоградской области. Вашему вниманию представлена презентация «Дубовский Свято-Вознесенский монастырь». Приготовили ее учащиеся 10 классов МОК школы номер 78. Я Юлкова Кристина. Я Пешин Дарья. И я Нарк Анатолий. Православные монастыри сыграли огромную роль в культурной, политической и хозяйственной истории Руси. Во многие периоды отечественной истории монастыри оказывали заметное воздействие на политическое развитие страны и на хозяйственную жизнь людей. История Дубовской женской обители горька и радостна одновременно. Основанная протоиереем Иоанном Покровским, она сегодня возрождается в мире. Цель работы – определить роль православного монастыря в религиозной культуре и общественной жизни российского государства в Екатерии Дубовского Свято-Вознесенского женского монастыря. Наша задача – изучить Свято-Вознесенскую монастырскую летопись, возникновение и развитие, и определить историко-культурное значение данного монастыря в развитии нашего края. Свято-Вознесенский женский монастырь был основан 7 ноября 1865 года протоиереем Иоанном Алексеевичем. Сам благословил на постройку храма. В 1864 году отец Иоанн на свои личные средства купил усадьбу с двумя прудами в степи на возвышенности в 5 верстах от посада Дубовка. Строящийся обитель испытывал недостаток питьевой воды, за которой надо было далеко ходить. Но позже там появляется источник святого. Начальник Саможерской общины стала по выбору отца Иоанна лесофорная послушница Виталия из города Бежецка, которому отец Павел Павильонов с небольшой партией сестер из 7 человек причинял много зла для отца. Пришлось, а то от протоиерею было запрещено служение в монастырской церкви и посещение общины. Примантийные новожители, лишенные своей обители в слезах и великой скорби, живут в Дубовке. Отец протоиерей скорбя за свою обитель, посылает двух деятельных послушниц Анну Алексеевну Ивлаевну и Клавдию Васильевну Дорошенко лично просить защиты государственного. Мы можем спять, мы можем. Сейчас, подождите, дальше вторую кому-то. Мы можем два дать. Вот да, эта девочка, будет, которая вот эту вот кожу нарисовала, и вот две девочки. Фамилия этой девочки сейчас появится. Можно, да, подарить? Да. Прекрасный Георгий Победоносец, кто не прибыл. Это вот не прибыль. Вот, вот, вот. Икона Георгия Победоносца. Да, вот она вот. Головяхина Мария. Головяхина. Окей. Угу. Вот есть. Этот нам нужно придумать. Номинация. Вот, у нас остались 6 работ. Всего их 9 дел. Придумать номинацию. И... Так, ну, давайте тогда теперь думать, кто и что. Да, мы вместе с вами в том году. И плюс у нас была еще Юлия Владимировна, да? Вот, вот из всех этих работ, как она больше всех нравится? Ну, вы тоже... Очень трудно смотреть. Я вот, знаете, такие нравятся все, вот я скажу, вот я просто по технике. Да. Вот это вот, казалось бы, очень, вернее, с одной стороны кажется, ой, просто, но вот я начала с детьми сейчас из опыта своего, через 6 класс, начала с детьми работать по технологии, ну-ка, с мальчиком, мы чертим, чтобы начертить. Так как черчение, как говорится, убрали из нашей сейчас школы, то есть из наших этих, то дети практически плохо владеют карандашом и линейкой, и вообще чертежным моментом. И вот с этим столкнулась я в работе. И когда я увидела вот эту работу, что девочки вот сделали, мало того, что вычертили, плюс еще по пропорциям, значит, они уменьшили его в несколько раз, то есть оригинал уменьшили в несколько раз, нужно было вычертить. Так как это у них идет картон очень плохо клеится тоже из своего личного опыта. Вот это, я так поняла, у них скорее по Пьемаше. Значит, им нужно было сделать несколько образцов девочкам, сначала образцов непосредственно с самого вот этого, как говорится, основы, а потом потихонечку наклеивать несколько слоев бумаги при помощи клея ПВА. То есть, и после, только после этого они его сняли с купола, а потом уже они разукрашивают. Так что я считаю, что плюс девочки, мне кажется, очень доступны и очень самостоятельно принесли тему. Она была в Сталинграде. И в Сталинграде на Курской дуге.
стороны и телесное исцеление, но и подлинное откровение. У меня все. Спасибо за внимание. Мне очень трудно, и для этого нужен большой опыт. Это самый первый путь к расследованию, ты даже обладал экзаменом. 5 лет фестивалю. 5 лет – это миг в истории, но для нас это большая юбилейная дата. Видеть, как наши ребята соприкасаются с историей, открывают для себя страницы православия, открывают жития святых, узнают о святых нашего края, Волгодонского, и о святынях – это великая миссия ребят и их учителей, руководителей творческих работ. Вы знаете, когда мы начинали работу фестиваля первого 5 лет назад, на конкурсе было несколько десятков работ, а ныне на конкурс поступило уже более 200 работ из 56 образовательных учреждений разной видовой направленности. За это время, за время работы фестиваля, к нам присоединились ученики воскресных школ, ученики православных гимназий, ученики из различных районов Волгоградской области. Все 3 епархии участвуют в открытом фестивале. Статус открытого фестиваля уже на протяжении 3 лет. Мы гордимся тем, что наш фестиваль знают. Мы рады тому, что на наш фестиваль с теплотой и любовью ежегодно приезжают участники из всех уголков Волгограда и Волгоградской области. Местные земли часто являются памятниками природы. Объект исследования – святой источник Иоанна Богослова. Предмет исследования – географическое положение, значение в жизни населения святого источника Иоанна Богослова. Девочка Шура, жительница улицы Бурейской. Девочка стирала белье в реке Царицы и вдруг увидела лежащий на дне черный камень необычной формы. Внимательно присмотрела Иисуса Христа. Она подвинула камень, из-под него пробивался родник. О находке девочка рассказала родителям, а те Богослова и засыпали его землей. Но родники пробились наружу. Тогда источник забетонировали, но мощная вода пробралась наружу даже сквозь бетон. К родникам жители окрестных улиц ходили тайком. Очень скоро территория вокруг источника стала первой территорией примирения военных стране врагов. Из Сталинграда немцы набирали воду в порядке живой очереди. Никто не пытался свести счеты с вражеской стороной. В Сталинградском пекле источник остался... На гонении нацистов источник закапывали и забывали. Но в наше время родник получил новую жизнь. Второе рождение родник получил в 1994 году. Руководитель епархиального отдела больничного душепопечения отца Владимира Гаркуши и его единомышленников у источника выстроили часовню с купальней в воде. Живоносному источнику исполнилось 100 лет. 22 июля 2011 по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа в храме был набор. Воды его не замерзают и зимой. В святом источнике разрешается набирать воду, обливаться и купаться. Возле источника специально устроена купальня. Окунаться в воду следует с молитвой. Сегодня, можно сказать, юбилей. Сегодня 5-й год проводится в 12-й гимназии фестиваль-конкурс «Православные святыни Волгограда и Волгоградской области». Инициатором этого мероприятия был приход храма святого праведного Иоанна Кронштадтского и педагоги гимназии 12. На это мероприятие с каждым годом приходит все больше и больше детей, и количество секций растет. В этом году их уже 11, и если бы не убедительная просьба организаторов конкурса, секций, наверное, было бы еще больше. Если сначала на этот фестиваль приносили работы в основном исследовательского характера, сейчас очень много творческих работ, и это очень важно, потому что ребенок
узнавая о святынях нашего края, прикасается душой к ним, и это отражается в его творчестве. Мы видим прекрасные рисунки, прекрасные видео, фильмы, мультимедийные презентации. Я сегодня была в жюри на секции исследовательских работ самых старших ребят. И здесь уже нам были представлены серьезные исследования, обращения не только к книгам, но и к архивным материалам, собственные эмпирические исследования, были интервью, наблюдения. Ребята очень серьезно относятся к тому, чтобы узнавать историю нашего края и рассказывать о ней как своим сверстникам, так и нам. Я отслеживаю эти работы уже пятый год. Пятый год меня приглашают работать в жюри этой секции. И надо сказать, уровень работ значительно повысился вот за эти годы. И это очень радостно. Ну, конечно, самым главным является не то, сколько книг ребята прочли или сколько архивных материалов они исследовали и описали, а то, что они действительно сами душой к этому прикоснулись и, ну, заразились вот этой благодатью, можно так сказать, и заразили этим всех окружающих, потому что они с таким увлечением рассказывали, что наверняка даже те, которые ребята занимались другими работами, сегодня их слушали, они тоже к этому прикоснулись. А если они пойдут расскажут в своем классе, в своей школе, всем своим друзьям и близким, конечно, вот это будет круг людей, который прикоснулся к этим святыням, будет расти и расти. Мне кажется, в этом, ну, самый главный итог нашего мероприятия. Эти номинации самому эрудированному прихожанину. Раз, два, три. Награждается Маркушина Руслана, победитель номинации за лучшее стихотворение. Три. Награждается Невежина Алина, победитель в номинации «Храмы Волгограда и Волгоградской области». Награждается Сударкина Полина, победитель в номинации «Угодники Божии». Вот, вот так, заворачивайся ко мне. Ну и все, да, да, все нормально. Лицо не закрывай, да. Награждается Попова Ульяна, победитель в номинации «Чудотворные иконы». Да, все. Спасибо. Награждается Ершова Полина, Галина, победитель в номинации «Монастыри Волгограда». Итак, грамотой награждается Дронова Ксения, Дмитрук Юлия и Каптан Алена. Победители, третье место в секции «Литературное творчество». Награждается Сонин Александр, победитель, третье место в секции «Литературное творчество». Так, Саша, сворачивайся, вот так, вот тебе книжку. Хорошо. Награждается Жлавян Диана, второе место, Дианочка, подходи. Гончарова София, второе место. Спасибо.
награждается Штефанов Алексей. Первое место. Лучшее литературное творчество. Молодец. Ну, Гаштай продолжает так же. И грамотно. Ну и за первое место награждается Тюх Мария, самая маленькая наша участница. Спасибо большое. Да, сегодня совместно с Волгоградской епархией, департаментом образования Волгоградской области прошел 5-й фестиваль православной святыни Волгограда и Волгоградской области. Вот мне уже второй год пришлось, даже не то, что пришлось, а посчастливилось работать членом жюри одной из секций. И видно, что уровень подготовки ребят и работ улучшается, интерес как педагогов, родителей и учащихся возрастает, продолжает работа. И вот даже сегодня работа в нашей секции показала то, что два вторых места, два третьих, ну и мы постарались сделать одно первое. Тяжело было оценивать работу, потому что они пропитаны проблематикой современного общества, проблематикой сохранения святынь, традиций и, самое главное, культуры православной, на которой зиждется основа нашего общества и, конечно же, каждого человека в целом. Работы, я бы сказал, выполнены профессионально. Видно заинтересованность сохранением, как я уже говорил, сохранением наших культурных ценностей. И сохранять эти культурные ценности, люди стараются донести до других эту всю проблематику. И, конечно же, вот даже со станицы Ощетинской было приглашение как участников, так и членов жюри посетить их замечательный храм, который был не так давно восстановлен в данной станице, принимает всех желающих. И, как сказали сами дети, где есть храм, где он установлен, там улучшается сама атмосфера, как общественная, так и школьная. И мы, как сказал ребенок 7 класса, прекратили драться в классе, вести себя плохо на уроке, а с посещением священника этого класса у нас увеличилось число дружных коллективов, которые начинают участие и побеждать на конкурсах, в которых они принимают участие. Еще вчера она думала, что это солнце.
перемены большие грядут. Были годы, были дни, или, может, царя храни, а сегодня мы поем. Открытого фестиваля конкурса «Православные святыни Волгограда и Волгоградской области». Ваши аплодисменты. Я приглашаю на сцену главного специалиста территориального управления Краснооктябрьского района Рогачеву Анну Сергеевну. И, ребята, ну, в первую очередь, эти аплодисменты вам. Еще раз попрошу друг другу поаплодировать, поприветствовать. Сегодня вы все победители. Неважно, в номинации, в секции, в конкурсе, в фестивале. Вы все победители, вы огромные молодцы. Работая в составе жюри одной из секций, мне... очень было приятно смотреть на открытость души, на радость в глазах, на ваше глубокое понимание того, что вы делаете. Поэтому еще раз вам огромное спасибо. Ну и, конечно же, ни один фестиваль не проходит без организаторов, без подвижников, так скажем. И поэтому благодарственными письмами сегодня мне хочется отметить настоятеля прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского и иерея Олега Иващенко за организацию проведения 5-го юбилейного открытого городского фестиваля-конкурса «Православные святыни Волгограда и Волгоградской области», за большой вклад в дело духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Благодарственное письмо вручается настоятелю прихода храма святого Георгия Победоносца иерея Виктору Сихову. Спасибо вам огромное. Благодарственное письмо вручается настоятелю храма преподобного Сергия Радонежского иерею Сергею Ермолову. Спасибо вам огромное.
Благодарственное письмо вручается пресс-секретарю Волгоградской епархии, кандидату философских наук, педагогу-организатору детско-юношеского центра Волгограда Иванову Сергею Михайловичу. Спасибо. Благодарственное письмо вручается директору муниципального общеобразовательного учреждения гимназия номер 12 Краснооктябрьского района Волгограда Барышниковой Наталье Владимировне. Спасибо вам, Наталья Владимировна. Благодарственное письмо вручается заместителю директора по воспитательной работе гимназии номер 12 Краснооктябрьского района Волгограда Ковалевой Галине Борисовне. Спасибо, Галина Борисовна. Благодарственное письмо вручается учителю русского языка и литературы школы поколения, педагогу воскресной школы вдохновения прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Дериной Елене Борисовне. Спасибо большое, Елена Борисовна. Благодарственное письмо вручается директору центра «Истоки» Берсеневой Татьяне Валентиновне. Спасибо вам огромное. Благодарственное письмо вручается методисту центра «Истоки» Мизевой Галине Владимировне за организацию проведения нашего открытого городского фестиваля-конкурса. Спасибо огромное всем участникам, членам жюри. Спасибо. Анна Сергеевна, позвольте от руководителя департамента по образованию города Волгограда. Пожалуйста, можно еще батюшку пригласим сейчас? Да, конечно. Хотели сказать, что у нас... Скажите. Получилось легкое недоразумение. Мы бы очень хотели, чтобы на сцену поднялся иеромонах Климент Наумов, председатель комиссии по канонизации святых Волгоградской епархии. Просто так получилось, благодарственное письмо мы немножко потерялось. Но герой должен быть на сцене, обязательно. Мы даем слово настоятелю прихода святого праведного Иоанна Кронштадтского, иерею Олегу Иващенко. Мы хотели поблагодарить и Анну Сергеевну, руководителя департамента образования города Волгограда, администрации Волгограда, Рогачеву Анну Сергеевну за организацию проведения 5-го открытого городского фестиваля конкурса православной святыни Волгограда и Волгоградской области за большой личный вклад в дело духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Спасибо вам, Анна Сергеевна. Спасибо Петру Викторовичу. Ему тоже поздравления и благодарность. И, конечно же, нельзя еще раз не поблагодарить директора этого муниципального учебного заведения Барышнику Наталью Владимировну. Вот, сердечно, искренне и тепло. Спасибо вам большое. Мы тогда приглашаем вас еще раз в зал. И для всех вас сейчас, дорогие гости, в самом завершении уже перед финальной точкой. Финальная точка у нас всегда общее фотографирование. И вот перед этой финальной точкой для вас сегодня танцует еще один гость фестиваля. Гость, который на протяжении вот всех лет вместе с нами. Это тот ансамбль, который любят и знают не только в этом районе, Тракторозаводском, городе Волгограде, но и в России, и в мире. Один из любимых наших ансамблей – ансамбль «Вдохновение». Thank you.
были разрушены храмы, и сейчас хотели бы восстановить, это один храм, а второй уже храм восстанавливается. Вот. А узнали много о святынях нашей Волгоградской области, о которых раньше не знали. И считаем, что этот конкурс очень полезен, потому что получили новые знания и какое-то воодушевление, потому что видим, как много детей этим интересуются, и это очень радует. Они, во-первых, сами, собирая информацию, уже больше получают знаний, да, и другим рассказывают, и поэтому это очень полезно. Все узнают о святынях его родного города, то есть это очень полезно, другим тоже узнать. Наша воскресная школа тоже взяла очень много документов из архива. Нам предоставили фотографии глава Акчинского сельского поселения Андрей Львович. Также нам дали интервью работники этого храма Тепикинского, которые реставрируют и делают его. Кирилл Владимирович, сам пчельник, фотоктитор этого храма. И вообще просто местные жители. Наверное, все-таки чувство радости какое-то, потому что все ребята из Урюпинска заняли какое-либо призовое место. Мы узнали много дополнений от жюри, которые сказали нам наши ошибки. Мы их на следующий год учтем и снова вернемся побеждать. Нам очень понравилось именно этот конкурс, и мы будем планировать на следующий год с помощью Божией опять приехать.